Сегодня в Москве состоялось торжественное собрание, посвященное 40-й годовщине независимости Индии и 16-й годовщине договора о мире, дружбе и сотрудничестве между Советским Союзом и Республикой Индия. В президиуме товарищ Никонов, руководители ряда министерств и ведомств, представители общественных организаций, индийские гости. Выступившие подчеркивали, что за прошедшие годы Индия стала влиятельной мировой державой. Советско-индийское сотрудничество, скрепленное договором, отличается масштабностью и многогранностью, постоянно обогащается новыми формами и содержанием, охватывает важные сферы деятельности народов обеих стран. На мировой арене Советский Союз и Индия прилагают усилия к тому, чтобы устранить ядерную угрозу человечеству, добиться равенства, справедливости в международных экономических отношениях.